И всем снова привет, с вами я, Алексей. Это игра Survival and Craft. Ну или, что в переводе значит, выживание крафтом, да. Эта серия у нас будет посвящена лутанию вот того вот плота брошенного. Да-да, не удивляйтесь. Вот такой плот. Странной конструкции. Итак, остановил я его при помощи якоря. Если я его сейчас подниму, он поплывет дальше. Поэтому не надо. Ну ладно, продемонстрирую вам еще раз. Но сначала создам якорь-груз, так сказать. Смотрите, показываю еще раз. Поднимаю якорь. Якорь поднимаем. И он поплыл дальше. Ставим якорь-груз. Опускаем. Плот остановился. Так. Но для начала что нам нужно сделать? А для начала, ребятушки, нам нужно избавиться от акулы. А для этого нам нужно ее убить. А как ее убить? А вот так. При помощи приманок. Одна вот есть у меня приманка, но этого мало. Итак, для приманок нам нужны... окунь. Да? Рыба-бабочка. И... треска. А еще пустые бутылки. Создаем приманки. Сейчас иду я вот на эту сторону, потому что акула поплывет. Должна плыть на меня. Лучше, чтобы она плыла на меня. Итак, создаем приманочки. Обычные приманки. Раз, два, три, четыре. Нам хватит. Итак, приманки мы создали. Сейчас создам дополнительное копье, на случай, если это сломается. Оно уже у меня как бы, видите, красная черточка на копье, скоро сломается. Итак, кидаем приманку максимально близко. Те, кто смотрел серию по охоте на акулу, знают, как это делается. Максимально близко. Приманку кидаем. Для чего? Для того, чтобы в нее можно было легче попасть копьем. Чтобы ее можно было легче достать копьем. Видите, я же копье не кидаю, а просто тыкаю ее копьем и все. Тихо, тихо, тихо. Так, сейчас еще разочек. Оп, рядышком. Давайте сюда. Оп! И вуаля! Вот она, акула. Вверху брюхом она утонула. А вот теперь мы можем спокойно бежать и плыть вон к тому брошенному плоту. Очень спокойно можем плыть туда. Акула новая не появится в течение, ну, часа-полтора точно. Игрового. Поэтому этот плот в нашем распоряжении. Мы можем на нем побыть какое-то время даже. Потому что он считается как бы продолжением нашего плота. Когда он останавливается, вы видите якорь внизу, видать, опущенный. Так. Ну, здесь, конечно, мы много не налутаем. Только тряпочки у нас тут есть. Угу. Ну, как говорится, спасибо на этом. Все. Есть такие плоты, на которых имеются и большие сундуки, стоят на них. Но это явно не этот плот.
Поэтому, конечно, мы могли бы здесь все разрушить, удалить, сломать вот этот опреснитель, там, я не знаю, еще что-то, ограду. Это нам ни к чему вандализмом заниматься. Все, плывем обратно. Я вам для чего это показываю? Ну, просто чтобы вы знали, если не знаете в этой игре, как это делается. Вот обратите внимание, я плыву к причалу. Но запрыгнуть он сам не может на него, понимаете? Надо подпрыгнуть, ему помочь. Так, бежим к якорю. Подняли якорь. Якорь у меня простецкий, как вы уже поняли. Ну вот, как-то так это делается. Все. И облутанный плот поплыл дальше. А у меня тем временем уже дикий голод наступает и жажда, поэтому я покушаю. Ну, вернее, как я. Не я, а мой персонаж, конечно же. Наш выживший, как его называю, да? Выживший наш. Вот. Треску надо снова ловить. Трески нет у нас. Вот. Ну вот, как-то так. Ну, как говорится, на этом все. Да, вы видите, я тут маленечко улучшил свой дом, так сказать, свой плот улучшил, но не намного. Так, а теперь сядь, пожалуйста, за стол, как человек белый. И поешь еще раз. Во. Во. Еще и самолет летит. И как всегда, я его сейчас пропущу. Угу. Не знаю. Да, он уже пролетел и... Груз он мне не скинул, конечно же. Нет, не скинул груз. Ах ты, паразит. Вот это неудобство сейчас в игре имеется. Шум мотора раньше было слышно далеко. То есть издалека он только приближался, да, самолет, и шум мотора было хорошо слыхать. Рано было слышно шум мотора, а теперь нет. Вот. В общем, вот так плот лутается в этой игре. Все я вам показал. Самолет я вам уже показывал. Так что все в порядке. На этом буду видео заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все. Всем пока.